Диана, и мне 12 лет. Так, а меня зовут, собственно, всем привет, я с вами еще не здоровалась. Я надеюсь, скоро? Мне скоро 13, да, через 2 дня. 2 дня, да. Я надеюсь, что вы меня услышали хоть более-менее, потому что все орут, музыка играть, но в общем, вот сейчас у меня будет информатика. Мама, я популярна. А я уже есть. Ну, в общем-то, вот, я надеюсь. А мне уже есть 13. В общем, давайте. А я уже нету. В общем, давайте начинать. Поехали. Да. Итак, мы бежим на обед, да, Ира? Да. Винни клюва парвеца же. Так, вот это предложение, кто мне могут перевести? Винни клюва парвеца же. Они стали. Классная новость. У моей группы сегодня нет последнего урока латышского. У меня 6 уроков, можно идти домой. Мелисса сказала мне не говорить. Я не говорю. Произведение искусства рисовала полурока. Произведение искусства рисовала даже полурока. Это не надо. Вот это. Готовимся к английскому. Тысяча. Это тут Игорь. Парикмахерская. Ой, прости. Ничего. Так, давайте попробуем сделать кассу. 7000 фото. 2000. Сколько у тебя там памяти? У меня 128. Нет, нет. Смотри, это коса. Да. Lisa usually plays video games when she gets home. Что делает она? Это первая точка present symbol, потому что usually. Place, да. Потому что Lisa. Что меня снимаешь? Короче, я не собиралась снимать танцы, но все пошло не так, как я хотела. Все, пока! Окей. Итак, влог продолжается. Вообще, я не собиралась снимать ни танцы, ничего, кроме школы. Но так сложились обстоятельства, что я решила все поснимать, потому что появилась такая возможность. И сейчас я иду на маникюр перед моим день рождения. Я задержалась на танцах, и я не иду, а уже бегу на маникюр, потому что я опаздываю. Ну вот лаки можешь видеть вот наверху, если так видишь, да? Mm-hmm. Вот такие цвета. Да. Итак, я уже сходила на маникюр, сейчас поеду домой. И на этом, в принципе, закончился мой день. Кстати, вот так вот выглядит мой маникюрчик. Мне очень нравится, очень красиво. На самом деле, в жизни он более коралловый, да. Да, вроде правильно сказала. Вот, в принципе, на этом закончился мой день. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставили лайк и подписались на мой канал. С вами была я, Мелисса. Всем пока-пока!